Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ – лидеры по объему инвестиций в Уральском федеральном округе. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в ходе совещания по развитию крупных инвестиционных проектов. В Югре один из таких – научно-технологический центр в Сургуте. Его общий бюджет должен составить 52,5 миллиарда рублей. 6 из них округ получит в виде инфраструктурного кредита из федерального бюджета. На его базе развернется активная научная и исследовательская деятельность. В проекте предусмотрено возведение порядка 20 объектов. Одним из ключевых станет Центр биомедицинских технологий. Это биомедицина и на этом фоне персонифицированная медицина и вопросы генетики. Два очень перспективных и в мире востребованных направления. И я полагаю, что у нас вот есть все необходимое для того, чтобы создать базу, еще одну базу в стране, опорный регион в стране для разработки этих важных направлений. Много внимания на совещании было уделено и перспективным проектам в сфере нефтедобычи. Вице-премьер отметил, что оба автономных округа являются лидерами в добыче углеводородов. И развитие новейших технологий, а также их внедрение, должны реализовываться с применением отечественных разработок. Конечно, очень важно развитие топливно-энергетического комплекса дает возможность российской промышленности серьезно присутствовать на этом рынке в виде своих разработок. И это на самом деле диверсификация их экономики.